Ремонт улиц, установка современного освещения, благоустройство и многое другое. Сегодня в селе Одинск завершается целый ряд работ сразу по нескольким проектам. За их реализацией пристально следят местные жители, первые лица округа, а также наша съемочная группа. В этом году на ремонт дорог в Одинске направлено порядка 35 миллионов рублей. Улица Баирова и еще 7 дорог были отсыпаны песчано-гравийной смесью. Таким образом, проведенные работы обеспечивают проезд более чем к 200 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Также на всей территории обновили электрические сети. А на улицах Харханова, Школьный и Рассвет установили асфальтовое покрытие. Мы, конечно, очень рады, что теперь у нас есть асфальт, где можно свободно в туфельках теперь до своей работы пройти. Раньше была гравийка вообще. Пока до работы дойдешь, вся у нас обувь, конечно, была не очень. Но сейчас рады, и дети довольны, что свободно могут идти до школы по дорожке красивой. Водинский дом культуры – это сердце и душа села. Здесь появилось сразу два значимых объекта. Первый – это сквер «Малая Родина», который включает в себя скульптуру под названием «Мать Бурятия», демонстрирующую гостеприимство бурятского народа. А второй посвящен подвигам жителей Одинска, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Люди вышли с инициативы и сделали еще стену памяти, вот то, что с портретами. Да. Вот, это была тоже инициатива людей. Мы готовы к празднованию. Ну, замечательно, потому что уже у нас сезон таких работ наружных, он практически завершен, а в следующем году мы уже ничего, по сути, не успеем, кроме небольшой косметики. Да, да, да. Ко всему прочему, на улице Ленина установили современные опоры освещения. И еще одним подарком для Одинска и его жителей станет стела, которую выполнят в национальном стиле и разместят на въезде в село. Егор Сорокин, Андрей Иванов. Местное время.